Привет! Давайте познакомимся с драм-машиной Boss DR880. Она отличается богатой коллекцией встроенных пресетов барабанов, перкуссии, баса и новыми звуками библиотеки Roland SRX. В модуле предусмотрены 440 звуков ударных и перкуссии, 40 пресетов бас-гитары, 100 пользовательских набора ударных, 100 пресетных, 1000 паттернов для аккомпанемента, 100 сонгов, 50 пользовательских и 50 пресетных патчей эффектов. Давайте рассмотрим переднюю панель более детально. На ней расположены 20 кнопок пэдов, диск управления, включение эффектов и тюнера для гитары и бас-гитары, выбор ударной установки, выбор банков пэдов, кнопка пуск, стоп, запись, горячие клавиши для быстрого доступа, общая громкость и баланс гитары, барабанов и баса. Основная коммутация расположена на задней панели. Гнездо для адаптера серии Boss SRX, фиксатор шнура, выключатель питания, USB-порт, MIDI-вход, выход, цифровой выход, выходы для подключения 4 педалей контроллеров и линейный выход. С противоположной стороны расположены вход для гитары и выход на наушники. Динамические клавиши пэды передадут все нюансы вашей игры. Послушаем, как звучат пресеты драм-машины Boss DR880. А теперь послушаем пресеты бас-гитары. А вот как звучит перкуссия.
секвенсор позволяет записать любую партию. Это вы можете сделать в реальном времени, либо использовать пошаговый режим. Наличие инструментального входа позволяет подключить бас или гитару напрямую в DR880 и использовать его как процессор эффектов. Под аккомпанемент драм-машины вам очень понравится импровизировать. А теперь поджимим. Итак, драм-машина Boss DR880 с программируемым басом, перкуссией, ударными и полноценным встроенным гитарным процессором поможет вам в создании новых музыкальных шедевров.